Камаловский театр пригласили мам на один вечер. Они отвлеклись от бесконечных домашних хлопот, чтобы посмотреть концерт, услышать добрые слова, просто отдохнуть. Цветам и поздравлениям, казалось, конца не будет. Домашние дела и заботы о детях на этот раз они полностью переложили на мужские плечи. А сами приехали в Казань. Нарядные и красивые принимают поздравления с, пожалуй, самым главным для них праздником – Днем Матери. Самые громкие аплодисменты в адрес тех, кто в этом году удостоился медали «Материнская слава». Их 9, среди них и Евгения Ступницкая из Набережных Челнов. У нее 8 детей, правда, получать премию приехала одна. Школу прогуливать даже по такому радостному поводу она им не разрешила. Для меня быть многодетной мамой – это счастье. Это, конечно, надо испытать. Все трудности как бы покрываются любовью к детям. Поздравления сегодня принимает и Гульшат Сабитова. У нее 5 детей. При этом успевает и бизнес вести, и борщ готовить на большую семью. Это, наверное, вот из всех возможных работ, которые есть, это самая благодарная работа, которая дает самое большое моральное удовлетворение. Цветы как знак благодарности за нелегкий, а порой и незаметный труд. Каждый из тех, кто сегодня сидел в зале театра Камала, первое слово «мама» свой адрес слышала не меньше 5 раз. Только в республике таких поистине героических женщин более 20 тысяч. Люди стали по-другому к этому относиться, имеют возможность рожать и содержать большее количество детей. Хотя, конечно, все материально не измеряется. Вопрос именно стоит о духовности, об отношении общества к детям. Семье, культу детей. За успехом каждого артиста, что выходил на сцену, мамин труд, терпение и поддержка. И за это артисты искренне поздравляли их, а мамы не скрывали слез. Фируз Насырова, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан.